Нурслан Назарбаев провел встречу с министром обороны Нурланом Ермекбаевым. В ходе встречи главе государства было доложено о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о приоритетных направлениях их дальнейшего развития. Министр проинформировал президента Казахстана о предпринимаемых мерах по повышению уровня боевой подготовки, обеспечению армии вооружением и решению вопросов социального обеспечения военнослужащих. Кроме того, глава ведомства остановился на деятельности казахстанского контингента в составе миротворческих миссий. В завершении встречи Нурслан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.